семилетия Александры, младшей внучки Владимира Машкова, семья отмечала очень тепло и весело. Мария, дочь артиста от первого брака, показала ценные семейные снимки. Архивные, где знаменитый дед держит на руках малышку, которой от силы несколько дней, и свежие фото, на котором видно, что девочка выросла необыкновенной красавицей. Мария, любя, называет дочь решетка, наш маленький эльф. Шнурочек. Закрывай глаза, загадывай. Все сбудется, это очевидно, пообещала мама. Мария вместе с мужем Александром Слободяником и детьми живет и работает в Америке. Много ездит по всему свету. Часто приезжает в Россию и, конечно, привозит с собой старшую Стефанию, она родилась в июне 2010-го, и младшую Александру. Появлению внучек Машков был очень рад. Хотя в интервью журналу «7 дней» несколько лет назад признавался, любить детей и внуков – это нормально и естественно. Ну а насчет опеки? Воспитывать детей я не умею и не собираюсь. Чуть что им тыкать, указывать, спрашивать, как ты поел. Это немножечко мещанство. Ну, поел и поел, и бог с тобой, не хочешь есть, не ешь. Упал, головой ударился, встань и иди дальше. Я странноватый в этом смысле, побаиваюсь маленьких детей, и они меня побаиваются. Но чем старше девочки становится, тем интереснее для них общение с дедом. Он был так растроган архивным фото его с крошечной Александрой, что выложил его в своем блоге. В тот же день, 12 марта, случилось еще одно важное для Владимира Машкова событие. Вышел в свет официальный трейлер фильма «Миллиард», главную роль в котором сыграл Машков. Собственно, именно для него эта роль и была написана. По сюжету, влиятельный банкир остается без своего невероятного состояния, но обретает семью. И по иронии судьбы, баснословные деньги ему могут вернуть незаконно рожденные дети. О своей новой роли артист рассказывал так. «Мне было весело почувствовать себя многодетным отцом, да еще и олигархом. Могу сказать, что, как правило, это очень интересные и талантливые люди. Деньги ведь практически никогда не сваливаются с неба. Быть человеком с многомиллиардным состоянием, безусловно, один из видов свободы, но и большое испытание, которое выпадает и на долю моего героя. Мне кажется, воспитание детей всегда должно начинаться с личного примера. Конечно, важно, чтобы примеры были хорошими. Наше кино о переменах в людях, не только внешних переменах, но и внутренних, которые случаются, когда человек находит то, что ему нужно, то, без чего нельзя обойтись в жизни. В прокат фильм выйдет в апреле.